покончив с тревогами жизни подпольной, с восставшими радость победы деля, он прибыл, как было условлено, в Смольный, чтоб именем партии встать у руля. Вот он по ступенькам сбежал торопливо, вот он сквозь толпу пробираясь идет. Его узнают, улыбаясь счастливо, жмут руку ему, пропускают вперед. В гремящем овации актовом зале так тесно, что яблоку негде упасть. Тут всем, кто стоял в коридоре, сказали: Ильич объявляет советскую власть.